2012 году международный фестиваль искусств «Дягилев постскриптум» был посвящен выдающемуся современному балетмейстеру Джону Наймайеру. Центральное место в программе фестиваля, конечно, заняли балеты Наймайера, однако организаторы не ограничились спектаклями, и в рамках фестиваля прошло несколько специальных околобалетных событий. Одним из них стало посещение молодыми балетными артистами из Гамбурга Академии русского балета имени Вагановой. Ученики балетной школы и танцовщики молодежной балетной труппы Гамбурга получили возможность взять уроки у преподавателей Вагановского училища. Всем известна русская школа. Это великая вещь. Это та самая великая русская школа, которая создала стольких звезд, начиная с Петипа и многих-многих других знаменитых танцовщиков. Это общеизвестно. И поэтому, когда говорят «русская школа», то это не просто название, это целое культурное явление. За этим понятием стоит большой смысл, о котором все знают. На Западе очень высоко ценят русскую школу. Было очень интересно посетить Академию имени Вагановой и посмотреть, как проходят занятия. Потому что, хотя у нас в Гамбурге иной стиль, чем в Вагановском училище, однако в методике обучения мы используем многое, что было предложено Агриппиной Вагановой. Мы много работаем с труппой гамбургского балета, поэтому на занятиях в нашей школе большое внимание уделяется, собственно, танцу и подготовке к выступлениям, в то время как здесь упор делается на работу в классе над техникой. С профессиональной точки зрения, мне в глаза бросились некоторые особенности в технике учеников Академии Вагановой. Их движение головой и особенно сильная верхняя часть тела. Я думаю, что это связано с тем, что они работают на наклонной сцене, к чему мы не привыкли. От этого танцору приходится совершенно иначе располагать свое тело. И это было особенно интересно. Мы все время наклоняемся вперед, а они наоборот назад. Мне урок очень понравился. Это был для меня интересный опыт. Урок мне показался очень русским. Я увидела стиль, очень отличный от нашего. Здесь много используют эпальман, часто используют камбре, много движений головы, и я обнаружила, что мне не хватает гибкости. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, я постараюсь это исправить. Всегда полезно получить замечания от разных учителей, потому что часто мы имеем в виду одно и то же, но выражаем это по-разному. Поэтому, возможно, студенты поймут лучше, если услышат мнение других преподавателей. Я считаю, что нужно стремиться к тому, чтобы иметь лучшую технику и быть лучшим танцором. Это как в школе. Нельзя учить только математику или физику. Нет, если ты хочешь быть выдающимся человеком, то ты должен изучать все. Поэтому для нас приехать сегодня сюда и посетить занятия — это еще одна сторона того, что мы изучаем, того, кем мы станем в будущем. И пусть это было только одно занятие, но наш мозг и наше тело воспринимают движение и то, что говорят преподаватели. И это позволяет нам двигаться дальше. Очень полезно учиться разным вещам, получать самые разные впечатления, испытывать на себе влияние разных учителей и техник, чтобы в конце получилась большая картина. Еще одним уникальным событием фестиваля «Дягилев постскриптум» стала международная конференция «Джон Наймайер. Аспекты творчества». Это первая мировая конференция, как я выяснила. То есть у нас это, естественно, первая, а оказывается, такого рода конференции не было и на Западе. Дягилевский фестиваль посвящен Джону Наймайеру, и именно вокруг него в этом году он организован. Хотелось представить весь спектр
нашего интереса к нему, да, то есть не только к спектаклю и труппе, конечно же, великолепный, то есть не только гастрольный вариант, но все-таки показать, что уже он достаточно долго находится в центре внимания российских и даже, и, естественно, мировых балетоведов. Очень важно не просто отмечать этапы в творческом развитии художника, но проводить интеллектуальный анализ его работ с разных точек зрения. Это позволяет подчеркнуть, что балет — это не просто искусство живого выступления, а это особая форма культуры. Наймайер — это мой профессиональный интерес уже долгое-долгое время. Он один сейчас из последних, действительно, магикан, который балетный театр представляет в самых разных ракурсах. И, собственно, осмысление, нет другого такого объекта современного, такой полноты, такого масштаба для осмысления профессиональным балетным критиком. Мы немножко изрядно затрепали слово «гуманизм». И вот эти вот гуманистические устремления сегодня воспринимаются как дань какой-то советской эпохи. А он совершенно иначе подходит к этому. Для него страсти, которые испытывал Христос на Голгофе, страсти по Матфею Баха, и те страсти, которые испытывают его герои, это уже нечто общее, во всяком случае неразделимое, одно, неотделимое одно от другого. Поэтому, вот как я хотел сказать в своем докладе, и как я писал в монографии «Хореографический театр Западной Европы 20-го столетия», я назвал эту главу о Наймайере «Страсти по Наймайеру». Оценить страсти по Наймайеру во всем их многообразии петербургский зритель смог в гала-концерте «Наймайер без границ», который стал финальной точкой фестиваля «Дягилев постскриптум». На сцене Михайловского театра были представлены фрагменты самых известных балетов Джона Наймайера. Наймайера танцует весь мир сегодня. Его танцует Парижская опера, его танцует американские «Были света», вот этот ABC. Его танцуют сегодня и Штутгарт, и Бавария, и Москва, и Петербург. Все танцуют Джон Наймайер. Поэтому без границ нам хотелось показать, что сегодня его хореография достойно представлена на всех балетных сценах мира. И те танцовщики, которых мы видели, это действительно звезды зарубежного балета и российского балета, которые танцевали эту замечательную хореографию. Джон Наймайер больше, чем хореограф. Он рассказчик. Балеты Джона Наймайера отличают гуманизм и размышления о человеческом бытии. Это не просто внешний антураж или техника. Его балеты заставляют танцовщика показать свою личность, показать, кто он такой, показать свою человечность. На сцене быть собой — вот что такое балеты Джона. С гамбургским балетом я уже 12 лет, и Джон Наймайер все это время вдохновлял меня на то, чтобы быть лучшим. И не только лучшим танцовщиком, но лучшим человеком. Джон Наймайер — это великий мастер в мире балета. Своей работой он изменил лицо балета, изменил танец. Он создает произведения, которые глубоко затрагивают и зрителей, и танцовщиков. А для танцовщиков это новый вызов каждый день.
Было прекрасно иметь возможность показать два состава в балете «Дама с камелиями». Один с прекрасной петербургской балериной Дианой Вишневой, другой с нашими танцорами из Гамбурга. И было очень интересно услышать комментарии об этом. И, конечно, выставка и научная конференция, в ходе которой было высказано множество интересных идей. Это мне очень понравилось. И, безусловно, гала-концерт сегодня был очень волнующим, потому что в нем приняли участие многие артисты не из Гамбурга, и мы хотели, чтобы они выступили хорошо. И мы должны были за очень короткое время подготовить программу, которая бы давала представление о моей работе. Мне кажется, что чудо балета в том, что есть только одно выступление. Это то выступление, которое ты даешь сейчас. И нужно очень бережно хранить это ощущение. И это заставляет нас всегда волноваться и стремиться к тому, чтобы выступить как можно лучше. Сегодня я очень сильно это почувствовал. И реакция публики меня очень тронула. Ну а пока Джон Наймайер подводит итоги прошедшего фестиваля, организаторы уже думают о фестивале 2013 года. Мы этот фестиваль делаем не только для петербуржцев, но сюда, если приедут люди из Москвы, они хотят увидеть и петербургские премьеры, правильно? Что новое происходит в Петербурге. А люди, приезжающие за границу, им очень важен этот момент, если приедут этот так называемый развитый культурный туризм. Ну, конечно, приятно будет в одном месте посмотреть сразу несколько труп, то, что мы замышляем на следующий год. Мы хотим, чтобы это был фестиваль, так сказать, такой срез сезонов, премьер последних двух-трех сезонов европейских и американских труп, но и обязательно российских.